Сбор урожая набирает темпы. В хозяйстве Вирт Целинного района обмолот зерновых и зернобобовых составляет 20% площадей. Урожайность 36 центнеров с гектара. С учетом засушливой весны и лета это хороший показатель. Часть этого урожая направляют на откорм крупного рогатого скота. Чтобы узнать, как проходит уборочная кампания, накануне хозяйство посетил губернатор региона Виктор Томенко. С точки зрения самого зерна для посева, оно наше. Есть у нас импортное, и наше мы сейчас пробуем. В любом случае, на следующий год мы уже закупились. Видя такую ситуацию, мы сработали на опережение. Плюс это касаемо кукурузы и рапса. Касаемо зерновых, у нас все семена мы сами производим, мы их выращиваем, мы им продаем, поэтому по зерновым нет проблем. А это уже село Шалап, тоже в Целинном районе. Сегодня здесь завершают ремонт в местной школе. Ход работ проверил Виктор Томенко. Школа была построена еще в 1967 году. С тех пор здание не видело капитального ремонта. В плохом состоянии была уже и кровля. И много мы получали замечаний Роспотребнадзора, старались их исправить. То есть делали это своими силами. Но капитального ремонта не было. Позже Шалапскую школу включили в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». На все работы было выделено почти 49 миллионов рублей. Это позволило провести ремонт спортзала и благоустройство при школьной территории, а еще закупить мебель, спортивное оборудование и компьютеры. Сегодня в школе есть и новая столовая, и современные кабинеты, например, для углубленного изучения биологии и химии. Даже вот это нетрадиционное, то есть точка роста, она требует нетрадиционную даже расстановку мебели, поэтому они могут вставать, что-то обсуждать. Сейчас здесь наводят последние штрихи, а уже почти через неделю обновленная школа встретит 74 ученика. В этих стенах они отпразднуют юбилей. В этом году учреждению исполняется 55 лет. Ну, это стало событием для всего нашего села Шалап. Потому что все помогают, и родители, и дети, и односельчане. Наводить порядок сейчас помогают перед 1 сентября. Ирина Корчагина. День с толком.